Доброе утро, дамы и господа. Сегодня у нас понедельник, 6 число. Вот загрузился, хотел показать вам что-то другое, интересное тоже, да? Мы когда хотели грузить, ну, они говорили, давай, вот эти два пола, они лежат там, да? Они хотели просто на пол поставить маленькие такие деревянные уголки сюда забить, да, и все, да, я говорю, зачем? Во-первых, мы будем выше, чем 4 метра, да, и это, ну, плохо, да, вот так вот стоит она оптимально, и никуда она не денется, две стропы, одна сюда, одна туда, одна стропа 10 тонн, здесь я по 2,5, вот так это все выглядит, резиночки все накладываю. Ну и здесь вот сзади также две стропы крест-накрест по 10 тонн. И замерил высоту как раз 4 метра. Так бы, так получается, мы бы были бы вот 4,20, да? Но, а так хорошо, 4 метра никуда не денется. В повороты можно заходить не боясь. Таблички вот эти отсюда вытащил, поставил сюда, потому что если груз позволяет, лучше таблички переставлять туда, потому что когда жопой заворачиваешь, если табличка будет вот здесь торчать, может зацепить где-нибудь в повороте, да, лучше сюда поставить, чтобы жопа прошла, потому что так как ширина у нас 3,30, в зеркала ты уже не видишь, что сзади случается, да? Ну и с этой стороны также все. По красоте у нас. Но вот как-то так. Давайте, всем желаю хорошего дня. Полы я сюда склал. Спереди две стропы тоже кинул. Зафиксировал. Ехать недалеко, 50 километров. Так что желаю всем хорошего пути, начальной недельки. Давайте, до связи. Ну все, мы выдвинулись. Да, едем. Машина, которая спереди сопровождает меня, девушка наша русская, да? Слышно, да, что с акцентом говорит? Она мне только что спросила, ты откуда?